Всем привет! Сегодня буду ремонтировать Volkswagen Touran 2006 года выпуска. Да, и такие машины я делаю. Машину привезли из Германии. Там никто не брался ее делать. Да, думаю, и ценник другой. В общем, меня уговорили заняться ремонтом. Хотя работы там немного. Итак, машина у меня в мастерской. Крышку багажника владелец уже заменил. Но она полностью не закрывается. Ладно, разберу машину, и тогда мы узнаем весь фронт работ. Задняя часть машины разобрана. Вот перечень работ, которые я должен сделать. Вытянуть и отравлять заднюю панель и пол багажника. Затем их покрасить. Отвести на покраску крышку багажника и задний бампер. Затем после покраски все установить. Ну что, начнем? Thank you.
Итак, заднюю панель я сделал. Теперь сниму и отвезу крышку багажника с бампером маляром. Пока они будут их красить, я покрашу заднюю панель. Отремонтированную панель я обрабатываю антикором. После устанавливаю детали задней части и покрашенный бампер и крышку багажника. Вот и все, ремонт закончен. Машина уезжает обратно в Германию. Парктроники и разные мелочи владелец установит сам. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!